В зоне АТО сегодня было относительно тихо. Ранее с боевиками договорились о режиме полной тишины, но совсем без обстрелов не обошлось. За сутки противник минимум 9 раз открывал огонь по украинским позициям. Под Павлополем, Водяным и Марьинкой работали снайперы. Под Чермалыком и Широкино прилетали мины и реактивные гранаты. А на Луганском направлении боевики трижды из гранатометов и пулеметов обстреливали блиндажи бойцов ВСУ возле поселка Малин. Пострадавших среди военных нет.